Сегодня торжественно открыли физкультурно-оздоровительный комплекс в ауле Сарытүз Жүгутинского района. Строительство данного объекта проводилось в рамках реализации национального проекта «Демография» федерального и регионального проектов «Спорт. Норма жизни». Подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Физкультурно-оздоровительный комплекс – это центр спортивной культуры, где будут готовить ловких, сильных и выносливых спортсменов, которые умеют ценить здоровый образ жизни. С открытием этого значимого объекта для аула Сарытүз поздравил всех жителей министр физической культуры и спорта Карачаева-Черкесии Рашид Узденов. Он подчеркнул, что этот спорткомплекс станет настоящей точкой притяжения для любителей спорта. Этот день у нас свершился благодаря усилиям многих людей. В первую очередь это наш глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Борисович Темрезов, который полностью живет жизнью республики, отслеживает все процессы, глубоко погружен в проблемы развития спорта. И благодаря вот усилиям всех нас этот объект сегодня распахивает свои двери. Хочется пожелать молодому поколению, чтобы этот объект стал вторым домом, чтобы, начиная прямо с сегодняшнего дня, здесь зарождался путь будущих чемпионов. Подрастающее поколение крепкие телом и сильные духом. Это в первую очередь сила нашей великой России. И отрадно видеть, что этому у нас в республике уделяется особое внимание, отметил участник СВО Замир Гусов. Это большой праздник как для всех жителей молодого поколения АУМа, так и для старших, потому что каждый человек, как бы не хотел, у него вся жизнь – это спорт. Любой человек, как военный, медицинский работник, у всех жизнь состоит из спорта. Я очень рад, что наша республика развивается в спортивном направлении. И хотелось бы поблагодарить еще наше старшее поколение, с которых мы брали пример. После все гости осмотрели помещение физкультурно-оздоровительного комплекса. Здесь будут развиваться различные спортивные секции для юных жителей аула Сарытүз. Всех собравшихся порадовали чтением стихотворений будущие чемпионы. Также совсем недалеко от спорткомплекса открылась универсальная спортивная площадка, предназначенная для круглогодичного использования. Почетные гости мероприятия оставили свои теплые пожелания юным жителям аула Сарытүз. Хороших тренеров вам, ребята. Тренерам побольше чемпионов вырастить, а спортсменам из аула Сарытүз больших побед на международном уровне. Собравшиеся отмечали, что новая спортивная площадка будет способствовать развитию таких видов спорта, как баскетбол, волейбол, мини-футбол и теннис. Алихан Лепшоков, Олег Малхожев, Вести Карачаева-Черкесия, Усть-Жигутинский район.